мы либо идем в огонь, либо становимся легендами. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на стандартной карте турнир в пустыне, легендарный танковый Mirror. 2011 год, участвуют Big Size и русскоязычный игрок Гатуза. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Также хочу напомнить о конкурсе на лучший реплей марта, подробности в закрепленном комментарии под видео. Ну что ж, немного информации. Мировая серия, до 5 побед. Счет 4-1 в пользу Сайза. Напряжение накалилось, когда выпало играть танк Mirror. В те времена китайцы были сильнейшей стороной как у Гатуза, так и у Сайза. А у Сайза они до сих пор сильная сторона. Бой стримили Аркейн и Ксизон. Несмотря на 4 поражения подряд, Аркейн верил, что Гатуза справится и всячески болел за него. И на таком легендарном танк Мироре, примерно к самой развязке игры, когда большая часть мяса прошла, но на самом интересном, у Аркейна вылетает комп и стрим. Все были обескуражены. Кто победил, никому не понятно. У каждого ведь были шансы. Должен же Гатуза победить, возможности были, повышение он в момент вылета стрима не отправил. К сожалению, стрим не сохранился, и легендарный танк Mirror так и остался в памяти тех, кто смотрел эту трансляцию. Эту историю, которую я озвучил ранее, мне рассказал игрок Дэн из клана Сур и попросил записать этот реплей. Ну что ж, Дэн, смотри и наслаждайся. Ну и естественно, вы, зрители, тоже наслаждайтесь. Итак, Гатуза уже пришел драконом и жжет казарму Сайзу. Сайз тем временем вывел свой первый дракон и погнал также вперед, но там есть пост. Гатуза уже подготовился, работает, Сайз идет дальше, но все-таки, видимо, будет принимать этот бой. Но в этой дуэли, сейчас посмотрим, все-таки Сайз, да, побеждает. Тем временем Гатуза здесь также драконом пришел, отменил казарму, но дракон уже отступает и по концовке просто уничтожен. У Сайза тем временем уже есть такая небольшая мини-пачка в виде дракона, гатлинга и двух БМов. Кстати, посмотрите, БМ слева и БМ справа. Тут уже начинается перестрелка. Что же касаемо по экономике, supply раз, два, два завода уже также у Сайза имеются. В центре вновь отстроенная казарма. Так, Гатуза здесь два БМа от Сайза прикатили. Гатуза также ставит выдвинутую казарму. Также есть два САПа, два военных завода и электростанция. Так, ну вот этим двум БМам, конечно, уже делать нечего, Сайз, пора отступать. Перебьют тебя, тем более, что они уже тут каленые. Один в итоге все-таки Гатуза смог забрать. Но тут есть еще один, но все-таки мне кажется, что Сайзу надо отступить. Там еще и пост вдобавок имеется. Рассаживаются ракетчики из этой же казармы, которая была восстановлена по домикам. И сейчас будут, конечно же, помогать на центре здесь сдерживать атаку от Гатуза. Сайз, конечно, подготовлен. Достаточно мощный боец. Сейчас я бы не сказал, что у него так все круто в плане игры, но тогда, в те времена 2011 года, Сайз рвал. Итак, вновь атака. Очень много, на самом деле, юнитов. 3 дракона, 4 БМа. Рожик сразу идет, но там построил Гатуза бункер. Нужно успеть посадить ракетчиков. Справа дракон пытается пройти, но его отменяют. Успевает. Успевает Гатуза посадить свою пехоту. И Сайз вновь вынужден отступить. Но слева, слева достаточно коварный дракон идет к военному заводу Гатуза. Так, слева от Гатуза идет БМ. Но тут уже Сайз встречает и прожег военника. Слышите, неужели Гатуза сейчас потеряет этот военный завод, успевает выйти Battlemaster, и все-таки проигрывает он эту встречу с этим драконом. Военный завод отменен, но уничтожил дракон. Это ладно, но военник-то все. Военник-то все, и теперь у Гатуза он остается только один. Тем временем у Сайза-то 2 и уже строительство пропаганды. 4 ресурсных центра. Сейчас будет уже 4-й. Экономика бешеная. Разве что нету еще вышки в обойме экономической у нижнего танкиста. Справа и слева Battlemaster'и стоят, дежурят. Перестрелка в домиках. Пост пошел. Высадился заранее. Рассадил ракетчики в дома. Успеет ли добежать? Успел. Успел добежать, идет перестрелка, слева БМ, опять встречает его БМ Сайза. Пост прошел сюда, но не успел вообще никуда либо пройти. Он был без ракетчиков, тут также встретил Battlemaster. Так, ну здесь Сайз отступает.
Есть пачка у Гатуза, он пошел ею вперед. Ракетчики, напоминаю, рассадил. Ну, по крайней мере, слева остался здесь ракетчик у Сайза. Надо быть аккуратным, не напороться. Но там есть дракон. Есть дракон у Гатуза, и нужно попробовать этого ракетчика, конечно же, заранее высадить. Но там 4 БМа от Сайза идут. Два танкиста рвут друг друга просто на части. Да уж, на поле танки грохотали и шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, как в песне поется. Так, дальше. Успевает Сайз высадиться здесь у Гатуза. Смотрите, слушайте, дракон пришел и сейчас, возможно, заберет САП, но нет, успевает БМ его уничтожить. Этот дракон и дозер лечит. Саплай, тем временем идет перестрелка БМа, помогает Лотос, морозит Батлмастеры, там добавляется еще один у Сайза, и Сайз, похоже, что выигрывает это сражение, благодаря вот этому Лотосу, там еще один Батлмастер подтягивается, напоминаю, что у Гатуза один военный завод. Но появляется Хеликс на арене, успел Гатуза поставить филд, и Хеликс сейчас, конечно, будет очень большой проблемой для Сайза, но Сайз тем временем идет Лотосом, Блэк Лотос сейчас идет на мейн Гатуза. И пошли повышения у каждого из бойцов. Четвертый ранг, это сброс БМов. Летит тем временем Хеликс. Посмотрите, что он делает. Он просто разбивает всю пачку. Сайзу работает по БМам. Дозер. Еще и саполтраки будут, похоже, что отлетать. Тем временем БМы были сброшены от Сайза. И он бьет ресурсный центр Гатуза. И сейчас явно это будет потеря. Так там еще и военный завод на пути. Лотос возвращается. Нужно срочно отбиться от этой пачки. Это последний военный завод. Завод, ребята. Да, печально. Может быть, еще успеет даже спасти, но нет. Не удается. БМы, конечно, были все ликвидированы благодаря этому Хеликсу. Но военных заводов сейчас у Гатуза нет ни одного. Тем временем Лотос отменила. Отменила Supply и Airfield. Нужно срочно что-то придумывать, как-то этот Лотос вылавливать. У Гатуза, конечно, сейчас очень тяжелое положение. У него нет ресурсных центров, нет военных заводов и даже нет филда. Осталось только казарма и бункер, насколько я помню, этот пустой. Два Батлмастера пришли вперед. Там есть ЕЦМ-танк, ракетчик. Гатлинги, в принципе, будут справляться. Два БМа пришли слева под ресурсный центр. Там есть один Батлмастер у Сайза. И пробивают тем временем Гатуза Supply. Да, ну вот этот БМ надо было, конечно, бы сюда бы отправить, отбиваться. Но Сайзу все равно. Он одним, в принципе, справился уже с одним из БМов. Тем временем Ковровка летит на центр. Так тут еще и, слушайте, арт-удар прилетел и закрыл БМ Сайзу. Также прилетела Эми-бомба сюда на центр. С помощью Хеликса Гатуза закрыл Гатлы. Отстройка военного завода. Перехват командного центра. Не успел Сайз его перехватить, но Гатуза пришлось распродаться. Справа также Батлмастер работает по Supply, но там Supply уже ничего не добывает. Докт пустой, уже нет смысла. Нужно бить военный завод. Так, а здесь Батлмастер Гатуза заморозил ЕЦМ танк от Сайза. Лотос по-прежнему бегает на мейне у верхнего танкиста. Пытается перехватить здание. Налево ушел Дозер, а справа ресурсный центр был отстроен. Аж 4 саполтрака добывают и дежурит Хеликс. Также есть уже военный завод. Успевает все-таки Гатуза восстановиться. Ставит еще один ресурсник. И вышел пост. Будет пытаться ловить этот треклятый черный Лотос. Справа Гатлинг идет вперед под вышку, но здесь нет никаких захватов. Лотос также продолжает бегать на мейне у Гатуза. Два Батлмастера пришли выбивать Supply Сайзу. Плюс еще и ракетчики в домик сели, помогают, бьют по саплтракам. Сайз вынужден распродаться. Слева Supply каленый, его бы, конечно, бы подремонтировать. Так, а здесь справился Сайз, убил Батлмастер Гатузо. Так, ну и дозером чинит ресурсный центр. Ресурсный центр выжил, военный завод на месте. Справа военный завод также на месте. Пропаганда и командный центр. Все есть, разве что нет только казармы. Но она, как я вижу, вообще здесь бойцам не нужна. Ну разве что вышки захватить. Но на вышки вообще им плевать абсолютно. Так, снова попытка атаки. Тут еще и Лотос работает, пытается перехватить казарму. Слушайте, ну как же так? Уже сколько этот Лотос натворило дел? Гатуза терпит? Терпит и продолжает драться. Продолжает драться с датчанином. Так, Гатлинг и ЕЦМ-ка пришли. Будут, видимо, дозер здесь убивать. Лотос убегает от поста. Два БМа идут на защиту. Также через центр идет атака. Тут еще и дракон. Дракон высел ракетчиков из домика. Бункер бьют, но бункер пустой. Там есть Хеликс, но там сколько гатлов? Один гатлинг. Есть вариант. Есть вариант лететь и защищаться. Прожиг Supply. Бункер минус. Ковровка летит. Да достанет ли? А достанет ли? Достает.
Минус дракон, минус БМ. Так, дракон все-таки смог уничтожить саплай. Так, работает хеликс. Минус еще одна атака Сайзу. Дракон бы закрыть, дракон бы закрыть. БМ, помогай, помогай, помогай хеликсу. Ну же, есть. Военный завод жив. Так, лотос. Ну почти спалили, она тут на лоу хп стоит. Так, слева вновь заход гатлингом и ИЦМ танком. ИЦМ-ку нужно уничтожать. Справа гатлинг и БМ стоят, просто дежурят. Летит арт-удар. Ну, скорее всего, на саплай летит. Лотос наконец-то в минус. Наконец-то. Тем временем... Ух ты, еще и эми-бомба прилетела здесь. Заморозила военный завод и командный центр. Арт-удар на саплтраке. Минус 3 саплтрака разом. Нормально, нормально. Молодец, Сайз. Так, ИЦМ танк нужно уничтожать. Разморозить Battlemaster. Справа также попытка атаки от Сайза. Гатлинг будет сейчас отлетать. Так там еще и Хеликс сразу же поможет. Отлично. Отлично, Гатуза. Сайз, пока не удается тебе. Пока тебе не удается сброс БМов. И неудачный абсолютно на самом деле сброс. Он сразу же попадает под атаку под статок. Там еще и есть Хеликс. И работает ковровка и минус ресурсный центр. Хеликс закрывает атаку. Но там есть гатлинг. Это неужели это был байт? Может быть действительно это был байт на этот гатлинг. И Хеликс закрывается. Так, нужно гатлинг уничтожать. Здесь есть дракон, там есть Battlemaster. Сейчас подъедут и, в принципе, будут справляться. Еще один вышел, филд отстроен, ставится казарма. Может быть, действительно захочет Гатуза захватить, да все-таки вышку. Слева два Battlemaster от Гатуза стоят, пока просто не идут вперед. У Сайза с экономикой, ну нормально, два саплая у него еще качают. У Гатуза слева саплай есть. И это все, ребята. Так, это что у нас летит? Это летят... БМы. Это сброс БМа плетит. Да, два слева. Плюс сбросил еще два. И блок филда получается. Сразу же пробиваются миги. Слушайте, миг прилетел под озеро ударить. Но там есть командный центр. Я не вижу пока от этого никакого смысла. Слева гатлинг блокирует ресурсный центр. Минус саплтраки. Так, и также под этим доком также гатлинг от Сайза присутствует. И разбивает саплтраки. Но там в принципе-то и нет саплтраков. Там даже нет ресурсного центра. Тем временем БМы от Гатуза пробили военный завод и разбивают сейчас саплай. Нужно бить филд. Тем временем БМы, которые шли вот здесь по левому флангу, идут как раз таки... Нет, нет, не идут. Я думал, они идут под саплай, но нет, они пошли дальше сюда направо. Скорее всего, также под военный завод. Бьет филд. Бьет Гатуза филд. Успевает, успевает выйти Хеликс. Пробивается еще один ресурсный центр с помощью ковровки. Справа дракон уничтожает казарму. Так, два БМа идут под военник. Тем временем здесь два просто стоят, но нужно ими двигаться. Там Хеликс. Хеликс будет эти БМы уничтожать. Долго, но будет. Дракон пришел. Дракон пришел под командный центр. Сайз, не стой, надо жечь. Надо жечь срочно этот командник. Но повышение успел запустить. Успел Гатуза запустить арт-удар. Начинается прожиг командного центра. Нужно Гатуза опомнись, приведи туда БМ и уничтожь. Уничтожай этот дракон. Нужно тащить, ты можешь. И минус электростан. Но, возможно, удастся спасти командник, но нет. Все-таки уничтожение. Справа также Сайз теряет военный завод и пропаганду. Молодец, Гатуза собрался. Собрался и идет вперед. Раз здание, два здания, три здания, которое только что сейчас начинает прожигать танк-дракон. И удается, осталось у Сайза всего лишь два. Тем временем у Гатуза остается также два здания. И есть, кстати, каленый дозер. Есть, нужно срочно что-то предпринимать. Есть ресурсный центр. Есть юниты, нужно что-то решать. Пробитие. Пробитие командного центра. Идет трехлучковый дракон, который сразу же уничтожается с помощью геликса с гатлингом. Идут еще юниты. Все юниты пошли в атаку. У Сайза всего лишь Хеликс и больше нет ничего. Но, к сожалению, сейчас у Гатуза нет ничего, кроме ракетчика, который мог бы сбить этот Хеликс с гатлингом. Но мне кажется, что одного ракетчика не хватит. Если Сайза контролит, ракетчик, до свидания. Сейчас будет отлетать трехлучковый Battlemaster. Приехал, приехал от Сайза пытаться как-то противостоять Battlemaster'у. Саплтрак, еще идут юниты. Пост.
пост. До свидания, пост. Ракетчики сразу же отлетают. БМ идут вперед. Также есть еще один БМ вот здесь, прямо на выходе из командного центра. Сброс БМа под Сайза. Дотянул, успел, но там командный центр уже скоро отлетит. Дозер также, который вышел, был отменен, но есть дозер слева. И он поставил саплай, чинит электростанцию. И разбивается, в принципе, вся атака Гатуза. И остается у Сайза сейчас, по идее, 4 БМа и Гатлинг. И он идет ими в атаку. Успевает Гатуза построить командный центр. Есть у него ресурсник, есть электростанция и даже строит военный завод. Нужно пробовать сражаться до конца. Ковровка летит. Летит ковровка на ресурсник. Также, я так понимаю, летит Эми-бомба. Да, все верно. Убиты саполтраки. Ресурсный центр пока заблочен, и он, в принципе, уже тут на нолях практически стоит. Два здания, всего лишь два здания. Повышение, это сброс БМов летит. Это летит сброс двух БМов. Успеет ли Гатуза? Там Хеликс прилетел и бьется полтраки. Все, ресурсник в блоке, дозер чинится. Вылетел Гатлинг, но против Гатлинг, ну, не сможет. БМы сбросились. Все, саплай минус, осталась только электростанция. БМ закрыл. Гатлинг, точнее, Гатлинг, да, закрывается. Тем временем бьется, бьется электростанция. Нужен Гатуза, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось дотерпеть. Победа, победа, Гатуза. Дотянул, молодец. Ох, это было нечто. Тем не менее, победителем мировой серии 2011 года все-таки стал Сайз. Гатуза занял второе место, а третье место взял Каро. Ну а закончит сегодня данный реплей тот самый Аркейн. Сейчас это уже история. Определен чемпион World Series 2011 года. Для кого-то закономерным им становится Сайз. Две победы одержал Андрей Гатуза. Конгратс, Сайз. Конгратс, Гатуза.